Тем временем кировский транспорт меняется. Сегодня на улице Кирова вышли автобусы с логотипом юбилея города. Практически весь городской автопарк украсят праздничной символикой. Будет соответствующая экипировка и у кондукторов. По информации отдела транспорта, сейчас с изображениями, посвященными юбилею областного центра, курсирует более 20 автобусов кировского АТП на маршрутах номер 1, 23 и 5. На троллейбусах также установят флажки с логотипом юбилея. Как отметил глава региона Александр Соколов, для жителей и гостей города важно создать праздничную атмосферу и по-настоящему юбилейное настроение.